В Екатеринбурге судебные приставы арестовали машину должника. Мужчина задолжал свыше 3 миллиона рублей налогов, кредитных платежей и штрафов за нарушение ПДД. Именно административный штраф убедили гаишников подключиться к поиску злостного нарушителя. Еще в декабре прошлого года серебристый бизнес-седан Lexus LS460 2007 года выпуска с объемом двигателя 4,6 литра и мощностью 381 лошадиная сила был объявлен в розыск. А месяц спустя обнаружен на территории известной овощебазы. В ходе розыскных мероприятий, в результате межведомственного взаимодействия с ГИБДД Свердловской области, была обнаружена автомашина должника, которая имеет задолженность по административным штрафам ГИБДД в количестве 85 штук на общую сумму 76 тысяч 900 рублей. Также данный должник имеет задолженность по налогам и сборам, кредитам. Общая сумма задолженности составляет 345 тысяч рублей. Приставы обратили внимание, что хоть весьма оснащенный, но все же довольно старый 15-летний автомобиль, его хозяином содержится в полном порядке. Ни царапинки, ни трещины, ни пятнышка грязи. И предположили, что такой уход за автомобилем в течение нескольких лет, вероятно, требовал от хозяина больших материальных затрат, чем составляет его долг. Должник явно любит свою машину и постарается сделать все, чтобы она не ушла с молотка. Тем более, что сумма его долга в 3 раза меньше рыночной стоимости его «Лексуса». Присутствовавший при аресте автомобиля должник заверил приставов, что обязательно явится в кабинет исполнителя и выкупит свою машину. А пока арестованный серебристый седан грузили на автоэвакуатор, приставы при помощи программы «Мобильный розыск» проверили и другие автомобили, стоявшие на территории овощебазы. Удача улыбнулась им еще раз. Приставами был обнаружен автомобиль другого должника – Toyota Corolla. Ее владелец оказался должен налогов и штрафов на сумму 105 тысяч рублей. Правда, в этом случае обошлось без эвакуации. Арестованный автомобиль был передан его владельцу на ответственное хранение. Поддержи новости Шеремета 9.5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой.